Сотни метров стены заборов в Екатеринбурге раскрасят в ближайшее время, но наказывать за это никого не будут. Наоборот, премируют. В городе стартует стрит-арт-фестиваль «Стенография». Он растянется на год, но первые фасады вгонят в краску уже в эти выходные. Чтобы оставить яркий след, в уральскую столицу съехались лучшие российские и зарубежные райтеры. В этом году холсты для уличных художников предлагали сами горожане. А участники фестиваля выбирали наиболее интересные объекты. В итоге под баллончики райтеров попадут трансформаторные будки, заборы, детские сады и детские дома. В частности, красок добавят баскетбольные площадки в парке Энгельса, парковки на Вайнера. Здесь откроется целая галерея граффити. Как утверждают художники, она будет первой в России. Там представят разные направления уличного искусства. Необычный арт-объект появится и возле кинотеатра «Салют». Завтра с раннего утра над ним начнут работать художники из Германии. Они впервые в нашей стране будут демонстрировать свое мастерство. Я и мой напарник Маркус работаем в разных направлениях. Маркус в стиле классического граффити. Это буквы и символы. А я развиваю тему изображения человеческих рук. Наша идея в том, чтобы смешать эти два стиля. И посмотрим, что из этого получится.